Мы все боимся, что нас сочтут дилетантами. А ведь сейчас именно любители, энтузиасты, которые любят то, что делают, часто имеют преимущество перед профессионалами, невзирая на то, принесет ли им занятие славу, деньги или карьерный рост. Им почти нечего терять, они готовы попробовать новое и делиться результатами. Они рискуют, экспериментируют, исследуют своим порывом. Иногда, делая работу непрофессионально, они совершают открытие. Дзен-мастер Сюнрю Сузуки сказал: «Новичок рассматривает множество разных вариантов. Профессионал — лишь несколько». Любители не боятся совершать ошибки или нелепо выглядеть на публике. Они любят то, чем занимаются. Поэтому делают то, что другие считают смешным или просто глупым. Клей Ширки написал в своей книге: «Самый глупый на свете акт творчества остается актом творчества. В поле творческой деятельности разница между посредственной работой и хорошей огромна. Заурядная работа, однако, остается в том же поле. Вы можете постепенно перейти к хорошим работам. Настоящая пропасть лежит между бездействием и действием, каким бы оно ни было». Любители знают, лучше сделать хоть что-нибудь, чем не сделать ничего. Да, любителям часто не хватает соответствующего образования, но они учатся всю жизнь. Их процесс обучения проходит в формате открытого урока, что позволяет другим учиться на их ошибках и успехах. По мнению писателя Дэвида Фостера Уоллеса, хорошая научно-популярная литература дает шанс увидеть, как относительно умный, но в то же время вполне обычный человек уделяет гораздо более пристальное внимание самым разным вопросам и размышляет о них гораздо глубже, чем нам самим удается в повседневной жизни. Также и любители. Это обыкновенные люди, которые сильно увлечены чем-то и проводят много времени, думая об этом вслух. Бывает, что любитель может научить большему, чем профессионал. Часто два школьника могут помочь друг другу с трудностями в учебе лучше, чем их учитель, писал Клайв Льюис. Одноклассник может дать лучший совет, чем учитель, потому что он меньше знает. Он сам недавно сталкивался с теми же трудностями, что и мы сейчас. Учитель же пережил их так давно, что уже забыл, каково это. Наблюдая за любителями, погруженными в процесс работы, мы можем вдохновиться и попробовать сделать что-нибудь сами. «Я попал на выступление группы Sex Pistols», рассказывает солист группы New Order Бернард Саннер. «Они играли ужасно. Я сам захотел подняться на сцену и играть с ними так же отвратительно». Неподдельная увлеченность делом заразительна. Мир меняется так стремительно, что мы все превращаемся в любителей. Даже профессионалов ждет большой успех, если они сохранят любительский настрой и будут готовы к неизвестности и неопределенности. На вопрос, в чем главная составляющая его успеха, солист группы Radiohead Том Йорк ответил: «В том, что я понятия не имею, чем занимаюсь». Йорк поступает так же, как и один из его кумиров Том Вейтс. Когда ему кажется, что процесс написания песни теряет остроту и становится слишком легким, он берет в руки незнакомый музыкальный инструмент и пытается писать музыку с его помощью. Это еще одна черта любителей. Они используют любые средства, чтобы поделиться с миром своими идеями. «Я художник», — сказал Джон Леннон. «Дайте мне трубу, и я что-нибудь на ней сыграю». Лучший способ начать делиться своей работой — подумать о том, чему вы хотите научиться, и взять на себя обязательство делать это на глазах у других. Найдите коллективный гений. Обратите внимание на то, чем делятся другие и чем они не делятся. Ищите свободные ниши, которые могли бы заполнить. Даже если на первый взгляд это кажется невозможным.
На этом этапе не надо волноваться, как заработать деньги или сделать карьеру. Отбросьте мысли о профессионалах и экспертах. Полностью войдите в роль любителя, который занимается тем, что ему по душе. Делитесь тем, что любите, и к вам придут люди, которые любят то же самое. Найти себя можно только если искать. Найди себя, закричи об этом и продолжай кричать на весь мир, пока тебя не найдут те, кто тебя ищет. Дэн Харман, писатель и продюсер.